Продолжаем рассмотрение и изучение основных положений достаточно общей теории управления. И сейчас мы с вами рассмотрим понимание устойчивости по предсказуемости. Вот устойчивость по предсказуемости – это ключевое понятие достаточно общей теории управления. Значит, если дать точное определение, то рассматривается устойчивость функционирования объекта в смысле предсказуемости его поведения в определенной мере под воздействием внешней среды, внутренних изменений и управления. То есть всегда, как я уже говорил, вы должны держать вот эту схему, то есть объект управления, есть субъект управления. Субъект оказывает управляющее информационное воздействие на объект управления, будь это самолет, там машина, государство, семья или еще что-то. Значит, на выходе результат, и результат по обратной связи должен оценивать тот, кто управляет этим объектом. А дальше возникает вопрос какой, вот о чем мы сейчас с вами будем говорить. Мы дали точное определение понимания устойчивости. Для чего? А вот для чего. Наша официальная академическая наука рассматривает управление объектом и устойчивость функционирования объекта. Вот в каком ракурсе. То есть, ежели на какой-то процесс оказывается возмущающее воздействие, под воздействием которого процесс отклоняется от какого-то режима, вот он уходит в сторону, и если система способна вернуться на нужный курс, то такой процесс считается устойчивым. Такой объект считается устойчивым. А ежели система не может возвратиться на нужный курс, такая система является неустойчивым. И вот здесь на рисуночках вы видите, то есть вот здесь возмущающее воздействие, красненькое, воздействовало, система отклонилась от нужного курса и вернулась на этот нужный курс. А вот на этом рисуночке возмущающее воздействие ударило на процесс, процесс отклонился и не может возвратиться. Вот эта вот система считается неустойчивой. Это так называемая устойчивость по Липунову, отклонение в малом. И вот вся наша академическая наука, она говорит, вот такая система называется устойчивым. И если говорить о Рио-де-Жанейро в 92-м году, когда собрались руководители всех государств, стран, планеты Земля, и впервые речь пошла об устойчивом развитии человечества на планете Земля, то там, и конференция эта называлась «Об устойчивом развитии человечества», там вы много что найдете в этих материалах конференции в Рио-де-Жанейро, там и сколько полей плодородных, сколько засушливых, сколько лесов, там сколько голодных, сколько холодных, столько богатых, много чего. Но там вы не найдете одного. А что же такое устойчивость? Вот в чем заключается устойчивость функционирования и вообще жизнь людей на планете Земля. Значит, вот наша академическая наука определяет понимание устойчивости по Липунову, как отклонение в малом и способность системы возвратиться на нужный курс. Если система возвращается, то такая система устойчива. А в концепции общественной безопасности мы поставили вопрос вот таким образом. Вот летит самолет. Ну, или давайте лучше рассмотрим не самолет, а вот общество. Наша цель – коммунизм. И вот мы летим к светлой цели, вот лампа светит, летим устойчиво. Отклонилась система от нужного курса, ее партии правительства вернули на нужный курс развития, на светлый путь построения светлого коммунистического завтра. Опять отклонились, опять вернули. Пришли, а оказалось, не туда пришли. То есть цель не ту выбрали, а устойчиво мы шли к намеченной цели, причем не один десяток лет, к светлому марксистскому завтра. Оказалось, пришли в тупик. Если чуть-чуть назад оглянуться, то давайте скажем так, Иисус Христос, Он сказал, значит,
Человек на земле должен жить счастливо, достойно. Значит, 2000 лет мы идем, а счастья все нет и нет, и ему не пахнет. Более того, учение Христа так перефразировали, что говорит, счастья вообще на земле быть не может. Счастье вот там, на небе, в раю. Если ты, человек, тварь Божья, будешь здесь себя хорошо вести, слушаться своих хозяев, рабовладельцев, вся власть от Бога, то там, на земле, в раю, ты будешь счастлив. То есть, что считать целью-то? Поэтому это, вообще говоря, претензия на место Бога на земле. Это в «Мастере и Маргарите» Михаила Афанасьевича Булгакова есть знаменитая сцена, где Понтий Пилат спрашивает Иешуа, значит, зачем ты, бродяга, ходишь по базарам и смущаешь людей разговорами о какой-то истине, о которой ты не имеешь представления, что есть истина? И ответ Иешуа знаменательным в том смысле, что он ответил, истина в том, игемон, что у тебя сейчас болит голова, и болит так сильно, что ты помышляешь о смерти. Ну и так далее. Значит, так вот этот ответ знаменателен, что Иешуа говорит, нет абстрактной истины, как нет абстрактного добра, зла, о которых люди рассуждают. Истина, как добро, зло, они вполне конкретны на данный исторический момент времени. И то, что истинным является для людей сейчас, завтра может оказаться совсем не истинным. И до нас с вами жили люди, которые считали, что земля, блин, на 3 слонах, на 3 китах и в море, океане плавает. И жили, между прочим. Потом оказалось, что земля круглая, а не блин. И тоже жили. И все вращалось вокруг земли. Потом оказалось, что земля вокруг солнца вращается, а не наоборот. И тоже жили. Поэтому претендовать на место, на знание абсолютной истины, это претендовать на место Бога. Поэтому в концепции общественной безопасности, вот эта устойчивость, вот видите, какой вопрос-то какой, а смысл жизни человека в чем? А смысл существования человечества в целом на планете Земля? Для чего мы живем? Кто знает цель? Поэтому мы говорим, что вот, такое знание, это претензии на место Бога. Поэтому мы говорим, что можно претендовать на данный исторический момент времени. А дальше, в зависимости от развития обстановки, надо корректировать не только курс к намеченной цели, но и корректировать саму цель. То есть никто не может претендовать на место Бога. Вот такой постановки задачи нет, вообще говоря, ни в одном учебнике. Тем более, ни в одной программе из всех вот ныне существующих партий. И мы говорим, что сейчас, вообще говоря, если уж забегать вперед, мы говорим, что целью в самом общем виде существования человечества на планете Земля и каждого человека, мы рассмотрели это с вами. Что? Освоение человеком генетически обусловленного потенциала, который в него заложен. Это в самом общем виде. А если говорить конкретно на данный исторический момент времени, то мы говорим что? Что каждый человек и человечество в целом должно вырваться из плена животных инстинктов и биороботизации и выйти на человечный строй психики. Вот в чем устойчивость процесса. Этого тоже вообще никто не говорит, я уж не говорю там о программах партий, вообще ученые-то об этом даже не говорят. Поэтому устойчивость объекта в смысле предсказуемости его поведения в определенной мере под воздействием внешней среды, внутренних изменений и управления, вот здесь ни одного лишнего слова нет. И если вы нарисуете вот применительно к этому определению схемку, вот человечество, это объект управления, да? Значит, кто управляет человечеством? Значит, вплоть до Бога, иерархии управления и устойчивость управления. Рассмотрите, что значит в определенной мере. А это вот в той многомерной вероятностной матрице возможных состояний материи, о чем мы с вами в первой лекции говорили, о триединстве материи, информации и мира. Управление этой матрицей осуществляется. Помните жезл Гермеса Трисмегиста? Вот теперь все те знания, которые мы с вами уже прошли, надо применять их вот
к тем вещам, о которых мы говорим сейчас. Ну а дальше что? Значит, объекты, обладающие устойчивостью в смысле предсказуемости, вернее, не обладающие устойчивостью в смысле предсказуемости, в принципе не поддаются управлению. Ну, вот такой пример житейский, бытовой. Вот едет водитель, опять же таки, ведет машину. Значит, если он трезвый, вменяемый, то он реагирует на сигналы милиционера, светофора, там, светки и так далее. А теперь представьте, едет пьяный. Его поведение непредсказуемо, то есть что еще захочет. Вот у меня в практике был, так сказать, когда я был командиром полка, значит, один прапорщик напился до такого поросячьего визга, что он на мотоцикле решил гоняться за детьми. Вот его поведение предсказуемо, вот представьте, он по городку гоняет, давит, дети ничего не понимают, там, по песочницам. Попробуйте его остановить, он управляем? Не управляем. То есть управлять можно таким объектом, который можно предсказать его поведение. Поэтому вот предсказуемость поведения, если объект непредсказуем, то управлять им в принципе невозможно. И вот в понимании устойчивости по предсказуемости входят понятия объективного и субъективного, которые реализуются, объединяются в некую меру предсказуемости. Ну и здесь для тех, кто забыл или не имел возможности познакомиться, вот что считается объективным процессом и что субъективным процессом? Вот на этой картиночке представлено. Объективный процесс – это вот идет какой-то процесс там, значит, ну неважно, чем вы управляете. И на него не оказывают влияния ни вот субъект один, ни субъект два, то есть он идет без вмешательства. Со стороны других субъектов нет. И он идет в пределах Божьего попущения, то есть иерархически высшего объемлющего управления. То есть вот то, что мы с вами говорили, глобализация – объективный процесс. То есть хотим мы, не хотим, он есть, он идет, и мы не можем ничего либо изменить. А вот субъективный процесс, вот на второй картиночке он нарисован. То есть субъективный процесс, когда ход этого процесса определяется вмешательством субъектов. Вот, то есть, один субъект ударил по этому процессу, и он повернул в эту сторону. А этот потянул за ниточки, видите, и повернул процесс в другую сторону. Вот этот процесс, он управляем определенным субъектом. Вот понятие объективного и субъективного. Поэтому вот в понимании устойчивости по предсказуемости объективное входит в это понимание через что? Через объект управления, то есть каким мы управляем, он, да, объективно существует. Среда, которая объективно тоже существует. И иерархически наивысшее объемлющее управление, то есть Бог, который управляет всем и вся в этом мироздании. Вот. Это объективное то, что, чем вы не можете от этого никак отмахнуться. А субъективное входит в понимание устойчивости под предсказуемости через субъекта, который ведет прогноз развития процесса или каких-то событий, так, и других опознанных субъектов, которые могут и оказывают воздействие и на объект, и на сам субъект управления. Значит, вот. Вот понимание устойчивости по предсказуемости. Вот здесь, на этой картиночке, это вот название всего этого – анонимное управление. И вот Россия развивалась, СССР, потом бах-трах, и распался Советский Союз. И ученые эти все, историки, социологи, политологи, они говорят, да, да, это объективный процесс, империи распадаются и так далее. То есть, ну, вот так вот получилось, что СССР распался, масло подорожало. И, так сказать, это ученые говорят, между прочим, историки, так сказать, и так далее. Но если тот, кто знает иерархию управления, тот, кто понимает, что неуправляемых процессов нет, и он посмотрит вот на эту картиночку, то он увидит, что СССР распался под воздействием информационным воздействием мирового закулисья. То есть в результате реализации директивы Алена Даллеса 20/1 от 18 августа 1948 года, Гарвардского проекта,
То есть на страну, на людей действовали информационно что? BBC, Радио Свобода, так и так далее. Горбачеву говорили: Михаил Сергеевич, через Раису Максимовну, ты войдешь в историю, ты повернешь Россию, значит, на новый курс демократии, реформ, будешь выдающимся реформатором, что ты будешь еще одним из застойных, значит, лидеров этих генсеков. Давай, поворачивай, а дальше надо увидеть. Я только командовал Михаилом Сергеевичем, а Раиса Максимовна, то есть он был всего лишь марионеткой в руках, и что хотела левая пятка Раиса Максимовна, то делал Михаил Сергеевич. Значит, вот вам иерархия управления. А Раиса Максимовна, откуда все это? Вспоминайте схему управления лидером. То есть, как пасут этих вождей партии и движений. Поэтому, конечно, тот, кто не понимает ни бесструктурного управления, ни иерархии управления, для него СССР распался, масло подорожало, понимаешь? А для того, кто понимает все это дело, для того очевидно, что это делалось целенаправленно и имелась цель определенная, захвата наших ресурсов, значит, сделать из нас сырьевой придаток Запада там, и так далее, то, что ну, для нормальных людей это очевидно. Вот вам пример, а для многих это неустойчивый процесс. Если говорить о том же Илье Пригожине, значит, о котором мы с вами говорили, рассматривая две мировоззренческие системы, мозаику и калейдоскоп, если помните, то там вот так, наступила точка бифуркации. То есть, людишки диффундировали, потом бах-трах, в точку дефуркации пришли, бифуркации, и перешли в новое информационное состояние, другое. То есть, лишают человека разума, сопоставляя человека с молекулами, которые там, значит, в кипяченой воде или, значит, в какой-то суетятся. Надо уметь видеть в управлении причинно-следственные связи. То есть, как Козьма Прутков говорил, почаще оглядывайся на зады, чтобы предостеречься от, в будущем от знатных ошибок. То есть, от чего это произошло? Тот же Горбачев, если о нем говорить, у него тезис был: будущее вырастает из настоящего. А мы ему вопрос задаем, а настоящее откуда взялось? То есть будущее вырастает из прошлого. И чем глубже заглянешь туда, в прошлое, тем точнее ты будешь понимать, что будет в будущем. Именно по этой причине в концепции общественной безопасности история человечества, мы с вами уже рассмотрели, она рассмотрена всего лишь как маленький фрагмент в глобальном эволюционном развитии биосферы планеты Земля. Для чего? А вот с этих же позиций, чтобы предостеречь себя от знатных ошибок в будущем, то есть видеть причинно-следственные связи, как развивались события в биосфере. А человечество – это часть биосферы. И если пренебречь всем этим, то ты причинно-следственные связи не знаешь, ты не знаешь событий. Поэтому, если говорить вот, ну, пример, как рассуждают наши политики. Вот Лужков Юрий Михайлович, если откроете программу его «Отечество», то вы там на первой странице найдете такую фразу. Чтобы дальше двинуться по пути реформ в нашей стране, мы должны понять, что же с нами произошло за последние 10 лет. Стратег Юрий Михайлович. А мы говорим: Юрий Михайлович, а эти 10 лет-то откуда взялись? То есть перестройка Горбачева. Откуда взялась Черномырдин? От перестройки Горбачева. А перестройка Горбачева откуда взялась? От маразма Брежнева. А брежневский маразм откуда выплыл? От оттепели Хрущева. А оттепель Хрущева? От тоталитаризма Сталина. А сталинский тоталитаризм откуда взялся? Он взялся от Карла Маркса, Ленина. А Карл Маркс откуда взялся? Призрак по Европе начал бродить. И пошло-поехало, и протянули свои руки куда? До Византии, до древнеегипетского жречества. Все, что вы уже теперь вот слышали. Поэтому причинно-следственные связи, опять формулу Пушкина вспомним. Провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и может делать из оного существенные выводы, часто оправдываемые временем, но не дано ему предвидеть случая мощного мгновенного орудия провидения. Что такое общий ход вещей?
А это вот и есть причинно-следственные связи. Как они выглядят? Субъект может вести прогноз развития событий только на основе своих субъективных представлений об объективных причинно-следственных связях. То есть вот есть процесс какой-то. У этого процесса есть причины и есть условия, в которых он протекает. И каждый процесс, исходя вот из этих причин и условий, он имеет следствие. Теперь, если одинаковые причины в одинаковых условиях вызывают одинаковые следствия. Если человек вот это понимает, такую элементарную вещь включит в круг своих понятий, то знание во всего этого позволяет вести прогноз и действовать осмысленно. Житейский пример. Сидите вы на свадьбе, значит, молодые женятся, и вы смотрите вот с высоты прожитых лет, и видите, жених-то к рюмочке тянется, а невеста-то на других поглядывает, и вы думаете, не будет хорошей семьи здесь. Почему? Вы знаете, что если причина, следствие и все. Что делать в этих условиях? Что это неизбежно? Нет. Значит, если вы это видите, и вы хотите изменить течение событий, значит, вы должны вмешаться в управление и оказывать соответствующее информационное воздействие и на жениха, ну, на будущего мужа уже, невесту. Как? Можно в лоб говорить, то есть структурно, ты что, дурак там, ты брось. А можно потихонечку намекнуть, так вроде бы невзначай. Значит, и человек будет менять свое отношение. Вот так бесструктурно можно управлять. Можно сказать, например, невесте, как можно управлять. Вот песня, знаете, есть, девушки. «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу». Как это сделать? Вы можете своему жениху, знаешь, сказать, «Вася, мне не нравится твой галстук». Вот, и он скажет, да ну, он же значит, гордый, то есть, что ты меня тут учишь? А можно сказать, как, я вчера смотрел фильм, там Ален Делон, у него такой галстук был, то есть, вы ему не сказали, снимай свой, надевай, который я, но вы бесструктурно на него так воздействовали, что он сказал, да, Ален Делон, это авторитет. То есть, вот в этой песне, значит, заложен глубокий смысл, как можно формировать. То есть, кто знает эти способы управления, можно решать в том числе и семейные проблемы, даже бытовые. Вот я вам рассказал, как это все. Хотя, а можно, вот я взял свадьбу, да, и бытовую, там жених, невеста, а можно, значит, на государственном уровне управлять. Если вы видите, значит, какие-то процессы, то вы можете предугадать следствие. Ну, причин здесь, вот, примеров этих можно приводить массу. Поэтому одинаковость причинно-следственных связей, значит, воспринимается как однозначность в соответственных случаях, а не вероятностная предопределенность. Поэтому факторы, влияющие на изменение статистики, выпадают из поля зрения обыденного сознания и забываются субъектами, значит, которые осуществляют управление, вот, забывается субъективизм интерпретации этих объективных закономерностей. Вот что можно сказать о причинно-следственных связях. О непредсказуемости. Вот здесь картинка. И опять Россия. Вот шла она по какому-то пути, и сейчас бах-трах по наклонному валютному коридору, значит, нас все опускают ниже и ниже, так сказать, люди беднеют. Смертность повышается, рождаемость падает и так далее. И вот те же ученые сидят, они что говорят? Значит, это хаос, это стихия, надо ждать точку бифуркации. То есть, ну, само так получилось, СССР распался, масло подорожало. Но если бы они знали вот управление, иерархию управления, тогда они видели бы, что все эти процессы вот делают определенные силы, так сказать, вот у них есть кукловод, который все это делает. Вот видите, человек поднялся и говорит, ага, вот мне теперь понятно, как нас опускают по наклонному валютному коридору. А здесь что? Курс доллара упал, курс доллара поднялся, курс доллара упал, курс доллара поднялся. Он что, сам что ли падает? Ведь кто-то же пишет, что сегодня один доллар стоит 29 рублей 32 копейки. А завтра кто-то напишет на доске в курсе, вот в обменном пункте, 28 рублей 93 копейки. Кто это делает-то? Оно само, что ли, падает и поднимается?
Это делают люди вполне конкретные. Как мы это рассмотрим при рассмотрении блока экономических вопросов концепции? Сейчас просто... Значит, поэтому очень часто, что непредсказуемо, воспринимается многими как неуправляемые стихийные явления. В то же время для других, которые понимают вот это все, это вполне предсказуемо и управляемо. Поэтому, опять же, вспоминая незабвенного Козьму Прудкова, помните, он что говорил? Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Что соответствует детской песенке? Тили-тили-трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. То, что касается управления странами и народами, значит, реализация вот этой песенки заключается в чем? Есть внутренняя политика, это политика, проводимая в отношении своей страны. Ну, понятно, это все знают. Есть внешняя политика, это политика, проводимая по отношению к соседним странам и народам. Ну, это тоже знают. Есть даже Министерство иностранных дел. Все. А теперь говорю новые два слова. Глобальная политика. Это политика, проводимая в отношении всего человечества на планете Земля. И получается, что даже тот руководитель страны, глава государства, царь, монарх, президент, генеральный секретарь и так далее, если он не знает методов и способов глобальной политики, он становится заложником, кто знает и понимает эти способы. А эти способы глобальной политики как раз какие? Способы бесструктурного управления. Когда на миллионы людей оказывается такой вброс информации, когда все будут делать то, что мне надо, вероятностно предопределенно. Я по телевизору через глобализатора «Глобу» говорю, завтра очень выгодный день для покупки и обмена там ценных бумаг. Я это сказал, и все эти лохи, они побегут, 80-90% побегут обменивать бумаги. После этого нам с вами по телевизору скажут, в Юго-Восточной Азии разразился финансовый кризис. Сам взял вот и разразился. То есть нет неуправляемых процессов. И кредитно-финансовая система – мощное средство бесструктурного управления странами и народами. Вот эти вещи озвучивает кто? Сорос, Джордж, венгерский еврей, который, так сказать, ему доверила эта мировая мафия, озвучивать сплетни на всю страну, вернее, на все страны и народы. И все говорят, как это же Сорос, сказал, сам, он же знает. А он, так сказать, лохов обманывает на глобальном уровне. Вот и все. То есть это инструмент глобальной политики. Поэтому, кто этого не знает, для этого это все, это чудеса. А на самом деле, тот, кто это понимает, все становится понятным. Утрата устойчивости по предсказуемости. В чем, когда можно потерять вот устойчивость процессам? Значит, она может быть, причина этих утрат лежат в чем? В самом объекте. И вот здесь причина. Летел самолет, крыло отвалилось, да? Самолет будет предсказуем? Не будет, то есть что, он повертелся и упал. То есть сломался, машинка сломалась. В окружающей среде самолет заходит на посадку, туман, ветер. И очень вероятно, что самолет разобьется, то есть тяжело. Окружающая среда такова, что можно разбиться. Субъект, который управляет объектом, в чем заключается потеря? А вот, как правило, это для, во многих случаях это рюмка. То есть пьяный, да сонный, как мы говорили, вот пьяный летчик, он предсказуем, я уже говорил о пьяном мотоциклисте. Переутомление, изменение психики, значит, все это ведет к изменению информационного состояния субъекта, то есть его общего состояния. Утрата устойчивости может быть внезапная и постепенная. Я для чего это говорю? Это не некая абстракция, вообще говоря, вот о чем рассказываю. И если вот это руководители фирм, предприятий, вообще предприниматели, да вообще руководители всех уровней, они должны азы вот эти, они просто должны знать. Они должны включить в круг своих понятий вот эти вот вещи. Утрата устойчивости может быть внезапная и постепенная. Значит, один и тот же объект может быть устойчивым
по одним параметрам и неустойчивым по другим параметрам. Вот смотрите, вот здесь нарисован автомобиль. Значит, он по параметру какому? Вот запас топлива, у него там бензобак и так далее, он заранее устойчив. Водитель знает, что у него топлива столько-то, и он знает, что предсказуемо он доедет до новой автозаправки. А вот уже прокол колеса, это непредсказуемо. Вот ты едешь, бах, и колесо лопнуло, да? И ты утратил устойчивость, то есть автомобиль не может двигаться. Для того, чтобы повысить устойчивость, что служит? Запасное колесо, да? То есть в автомобиле кладут запасное колесо. В случае утраты можно восстановить устойчивость. Значит, неустойчивость, вот, может быть устойчивым на основе внутренней информации, вот субъект. Видите, вот человечек, вот у него мысли в голове бегают по кругу, туда-сюда, туда-сюда. Вот он устойчив, как сам по себе, он внутренний, да? Но стоит на него какое-то возмущающее воздействие, ну, значит, информацию ему вбросили, то есть внешняя информация, и он стал неустойчивым. Все, он потерял, деморализован, все, ему какую-то неприятную весть там сказали, и он уже стал, потерял самостоятельность. Вот вывод отсюда какой? Тот, кто управляет, должен быть внутренне собранным и уметь действовать в любых условиях обстановки. Даже когда обстановка сложная, на него много воздействий, там его ругают, еще что-то, в ухо свистят, плюют там и так далее. А он должен управлять, потому что он управленец, нельзя сдаваться. Необходимая мера устойчивости по предсказуемости, то есть как измерить вот, устойчиво, неустойчиво. Одна, с одной стороны, определяется объективно, значит, ну и вот объективность. Например, смотрите, летчик садится, обычно посадочная полоса, она имеет длину где-то 1 километр. И здесь, вот, исходя из этих условий, ну, объективно, то есть здесь процесс идет устойчиво. И вы знаете, значит, множество самолетов взлетают и садятся на посадочную полосу нормально. Но ситуация меняется, когда посадочной полосой является палуба авианосца, которая длиной где-то 100 метров. И я вот когда в Крыму был, там, когда Крым еще был советским, там была база, где тренировали летчиков для посадки на палубу авианосцев. И я должен сказать, что вот там уже этот процесс определяется чисто субъективным чутьем летчика. Там уже там он просто нюхом как бы своим чувствует, звериным чутьем, он, так сказать, может садиться. Их там большой отсев, потому что многие этого не выдерживают. То есть для того, чтобы сесть вот в таких условиях, в ограниченных условиях, на... то есть здесь чисто зависит субъективно от личности этого субъекта устойчивость выполнения посадки на палубу самолета. И еще вот эта картинка, она очень важная. Значит, устойчивость по предсказуемости в отношении чего-либо — это единственный тест или проверка на соответствие этого чего-либо в окружающей среде. То есть речь идет о чем? А вот это правильно или неправильно? То есть мы идем устойчиво, вернее так, мы правильно выбрали цель, мы идем в нужную сторону, да? Вот как определить, в ту или в другую сторону мы идем? И единственным критерием правильности или неправильности может быть только устойчивость этого процесса. Почему мы, кстати, рассмотрели историю человечества всего лишь как фрагмент в глобальном эволюционном развитии биосферы планеты Земля. Для чего? Вот все это обоснование, то, что мы с вами уже рассмотрели, глобальный исторический процесс как частный процесс в эволюционном развитии биосферы планеты Земля, это платформа для обоснования того, для принятия решений, куда идти дальше. Потому что, а как вы опять определить это, что есть истина? Ну и что я скажу, истина это. А истина ли это? Большой вопрос. И вот подтверждение правильности и неправильности может быть только устойчивость процесса. Ну вот я вам говорил о снах. Например,
Как определить через вот понимание устойчивости, с Богом вы общаетесь или нет? Помните, я рассказывал на одном из предыдущих занятий, что человек может вступить в диалог с Богом, и ему ответы, как правило, вообще даются сразу, но человек на уровень осознанности выводит это во время пробуждения, когда мозг еще не проснулся, но уже и не спит. И надо уметь совместить образы, которые тебе даны сверху, с теми проблемами, которые у тебя есть. А как дальше определить, с Богом ты разговариваешь или с эгрегором? А очень просто. Значит, надо внимательно следить. Если тебе пришла подсказка, да, и ты ей руководствуешься, и все получается нормально, значит, да, Бог тебе подсказал. На второй день там, или на третий, или через неделю возникла проблема. Опять обратился с молитвой, тебе пришла подсказка, опять получилось. Третий раз получилось, четвертый раз получилось. Что? Процесс идет устойчиво. Поняли? Значит, вы на верном пути, вы правильно расшифровываете советы. А если получилось, не получилось, не получилось, получилось, значит, что-то тут не то. То есть вы расшифровываете неправильно. Вот поняли, да? Все, в принципе, просто. Никаких хитростей здесь нет. Просто надо наблюдать, уметь наблюдать и видеть общий ход вещей. Поэтому устойчивость – это вот критерий. Правильно, неправильно и так далее. Верно, неверно. И вот в этом критерии, в устойчивости по предсказуемости, в этом тесте исчезает, растворяется, разрешается основной вопрос любой философии, что первично, материя или сознание и так далее. Почему? Потому что постановка сама неверна. Можно говорить о правильности и неправильности чего-либо, о первичности и вторичности, только через рассмотрение устойчивости протекания какого-либо процесса. И чем больше интервал времени причинно-следственных связей вы взяли, тем точнее вы берете результат. И исследовали процесс на таком интервале, одна вероятность ошибки. На таком интервале вероятность ошибки меньше. Еще больше исследовали, еще уменьшили вероятность ошибки. Поэтому в концепции общественной безопасности, опять повторяюсь, значит, история человечества рассмотрена именно для этого, как фрагмент в эволюционном развитии биосферы планеты Земля, для чего? Чтобы свести к минимуму возможно допускаемую нами ошибку при принятии решения, как жить дальше будем. Вот все. Поэтому вот это, значит, у человека есть много чувств. И мы знаем, есть вкус, зрение, ясное там и так далее. Есть нюх, обоняние, и у человека есть чувство меры. То есть человек биополем может воспринимать все процессы сразу и вместе. Но выявить на уровень осознанности может не сразу. И вот на этой картинке дана попытка схематически, значит, показать, вот что такое чувство меры и связать это с устойчивостью по предсказуемости. Вот здесь наверху, видите, нарисована вот эта многомерная вероятностная матрица возможных состояний. То есть это вот общевселенская мера, значит, о которой мы с вами говорили. И вот здесь нарисован человек. У человека есть сознание, подсознание, интеллект, вот это все здесь есть. И человек в подсознании... Человек сопряжен с общевселенской мерой. То есть он, вообще говоря, получает через биополе, через колебательные процессы, которые он воспринимает из Вселенной, всю информацию сразу и вместе. А дальше что происходит? Вот это есть чувство общевселенской меры. Вот стяжание Духа Святого, о чем мы говорили. У каждого человека это есть. Только пьяницы и алкаши, табакокурильщики и прочие, они отсекают вот это чувство, загрубляют свой аппарат, и им это уже не дается. Значит, чувство общевселенской меры есть. Поэтому осознанное знание причинно-следственных связей в системе субъект, объект, прямая связь, обратная связь, среда, то есть вот эта схема, она в голове, если у человека есть, он ее осознанно понимает, то сознание... Используя вот осознанное знание, значит, причины следственных связей,
с помощью интеллекта, через чувство меры выводят все это на уровень осознанности. Вот вам механизм. В основе чувства меры, значит, лежит устойчивость по предсказуемости. Вот оно. Значит, поэтому чувство меры – это индивидуальные чувства. Это так же, как, знаете, вот у одного зрение хорошее, у другого не очень, да? Значит, один там видит биополе, это ясновидящие там, значит, это считается очень круто. Но я вам скажу так, вот кошки и собаки, да, они видят вообще биополе человека. И ложатся там, где пробой у человека наступил, то есть на больные. Слышали об этом, да? Поэтому вот сравните это дело с животным строем психики и кто ясновидящий. Мы говорим, если ясновидящие были бы еще яснопонимающими, то цены бы им не было. То есть видеть-то одно, а понимать это другое. Поэтому чувство меры – это индивидуальные чувства, так же, как у одного он запахи чувствует и так далее. Я, значит, даже в своей практике встречал одного яснонюхающего. То есть у него действительно волчий нюх был, и он за 300 метров, говорит, сейчас этот придет. Он, значит, знал, кто приближался по запахам. Но это, с другой стороны, вот представляете, какие запахи он чувствовал там. И так далее. Так вот, чувство меры – это индивидуальное чувство, и оно должно сочетаться, не надо путать знание и чувство меры. То есть вот нельзя противопоставлять чувство меры и освоенному знаниями. Нельзя. То есть чувство меры – это такое же чувство, как зрение, слух. А мы же не противопоставляем слух, зрение, да, знанию. То есть знание – это одно, а чувство меры – его надо развивать с детства. А если у людей с детства даже нет понимания того, что человек может воспринимать биополем, то как? Он вообще об этом и не говорит. Значит, то есть это не входит в круг понятий. Поэтому чувство меры, так же как другое чувство, зрение, слух, можно тренировать, можно развивать и так далее. Вот и все. Но нельзя противопоставлять его знанию. Значит, вот на этой картиночке изображены типы психики, и мы с вами уже говорили о них. Значит, что у человека есть инстинкты условные, безусловные, есть привычки, автоматизмы, выработанные в ходе жизни, есть разум и есть интуиция. Значит, и в зависимости от того, что доминирует в поведении человека, можно говорить о типах психики. Если разум человека отрицает интуицию и обслуживает инстинкты, то такой человек обладает животным строем психики. Он, значит, хочу есть, хочу женщину, он может убить, изнасиловать, то есть, значит, он в этом смысле ничем не отличается от животного. Хорошо быть киской, хорошо собакой, где хочу пописаю, где хочу покакаю. То есть, если человек обслуживает стереотипы поведения, приобретенные в ходе жизни, то есть он утром встал, почистил зубы, пошел на работу, покрутил свой станок, вечером выпил кружку пива, потом, значит, посетил какое-то там еще заведение и так далее. Вот он как биоробот работает или вообще, так сказать, сориентирован на какой-то определенный вид деятельности. Это зомби, биоробот. Значит, и вы знаете, вот этих биороботов вот в уши воткнули, и ходит этот бей-бей барабан за родной Биробиджан. То есть все биороботы, которые, так сказать, идут все по занаряженной программе. То есть они, их разум обслуживает их привычки, стереотипы поведения. Это строй психики зомби-биоробота. Если разум человека отрицает интуицию, но умело управляет инстинктами, привычками, стереотипами своими, и он наслаждается своей волей, своим умом, какой я умный, то это демонический строй психики, это демон. И человек только тогда состоялся в качестве человека, когда он руководствуется интуитивными прозрениями, то есть я к чему это вот подвел-то? То есть чувство меры – это и есть вот как раз интуитивное прозрение, то есть сопряжение с Богом, вступление с Ним в когерент, то, что русские святые, Серафим Саровский восстановили, это стяжание Духа Святаго, то есть вхождение в связь
значит, с Богом и руководствуется, ну, его божественными указаниями, то есть вот через чувство меры. Вот я к чему говорил. Ну уж поскольку мы заговорили об этом, то вот пятый тип психики – это опущенные ниже животного. Это те, которые в практике своей употребляют алкоголь, табак, другие наркотики. То есть, ну и вы видели, то есть их даже уже с животными не сравнить, они хуже животного. То есть хуже, потому что животные так себя не ведут, как некоторые опущенные ниже животного. Даже, ну, скотина так себя не ведет, как ведут вот эти опущенные ниже через табак, наркотики, значит, всех видов и типов, люди сами себя опускают. Вот. Но мы об этом говорили уже, о типах психики и чем это вызвано во вводной лекции. Здесь я просто проиллюстрировал это вот, что человечный строй психики только тогда может состояться, когда человек признает и развивает свое чувство меры и входит в когерент, то есть связь с Богом, и руководствуется интуицией, то, что по-другому еще называется совесть. Весть пришла, совесть, оттуда, сверху, пришла тебе весть от Бога, и ты вот этими божескими указаниями руководствуешься и притворяешь их в жизнь. Так, продолжаем наше занятие. Сейчас мы рассмотрим с вами, что такое вероятностная предопределенность. Вот перед вами на картиночке буква «Ж». Вот такой буквы нет ни в одном из алфавитов языков мира, только в русском языке. Буква «Ж» иллюстрирует, как прошлое через настоящее уходит в будущее. И смотрите, вот прошлое, оно многовариантно. Вот, значит, много веточек ведет. Настоящее – это вот миг, значит, один. И дальше будущее тоже многовариантно. И сопряжем мы это дело с законом нормального распределения. Мы с вами его рассмотрели, помните, когда испытываешь множество деталей, то они ведут себя соответствующим образом. То есть 5, где-то 2-3-5%, ну, шибко хорошие детали, а 2-3-5%, ну, совсем нехорошие. Основная масса нормальных деталей. Но в отличие от железяк всевозможных и механических деталей, люди, когда их испытывают, они могут изменяться в ту или другую сторону. Ну, например, вот есть там количество людей 5, там 2-3-5%, ну, шибко умных. А вот это количество 2-3-5%, ну, шибко неумных. Но если на этих людей оказывает соответствующее воздействие информационное, то эта номограмма сместится в сторону лучшую, и тогда окажется, что людей было вот умных столько, всего немного, а потом все стали умными, но вновь появились шибко умные, которые стали гораздо умнее вот этих вот, а те, которые были не очень умные, они стали нормальными применительно к тому, что было. То есть номограмма, видите, может смещаться в сторону добра, направо пойдешь, а налево это зло всегда, на Руси всегда, левые деньги, левый товар, мужик налево сходил и так далее. То есть левое дело, лукавое дело. А правое дело, это наше дело правое. Мы уже говорили о том, что Зюганов, когда говорит, вот представляете, если бы Сталин сказал, наше дело левое, враг будет разбит. То есть это представить невозможно. Ну, а вот зюгановцы, они говорят, а наше дело левое, то есть налево сходим. Ну, ладно, это их проблема. Так я к чему говорю? Вот если соотнести это теперь с буквой «Ж», то смотрите, вот мы оказались в прошлом, из прошлого пришли в настоящее. И вот выбор будущего. Есть много вариантов. Вот если ничего не делать, то вообще говоря, ничего не изменится. Завтра будет так же, как сегодня. Вот. Но если приложить усилия, но правда, кто рули и весла бросит, тех нелегкое заносит. Так уж водится. А нелегкое куда заносит? Налево, в сторону зла, нехороших вещей. Поэтому вероятность наступления вот события вот этого, маленького, его вероятность, видите, небольшая, но она же есть. Просто для того, чтобы наступило вот это вероятностно малое событие, надо прикладывать большее усилие, лучше управлять с тем, чтобы сменить общий ход событий вот в эту сторону, в сторону добра. Ведь вероятность этого есть. Вот об этом и пойдет речь.
Значит, то есть будущее вырастает из прошлого через настоящее. И для того, чтобы сдвигать номограмму в сторону добра, надо прикладывать усилия. Поэтому что значит вероятностная предопределенность? Это одна из граней чувства меры. Вот эта грань. Это восприятие и сравнение вероятностных предопределенностей различных вариантов будущего. Вот здесь это буква «Ж», видите? Можно пойти сюда, можно сюда, можно сюда. Помните, мы с вами рассматривали, вот сейчас школьники заканчивают школу, вот он стоит и думает, ага, значит, я могу пойти служить в армию, там, могу в институт, пойду на работу, значит, хочу вот президентом стать, я и с такими встречался. Значит, то есть вот вероятность самая, что ни на есть, богатая. Значит, спектр очень широк. И все эти вероятности, то, что будущее наступит, вероятность равна единице. Правильно ведь? То, что вот завтра будет день, будет светить солнце, значит, люди будут ходить, птички петь, эта вероятность равна единице. А вот какова будет вот это будущее, чем оно будет отличаться, это уже гораздо меньше единицы. То есть это зависит вот от вероятности событий. То есть, если ничего не делать, то завтра будет ничем не отличаться от сегодняшнего дня. А чтобы изменить в лучшую сторону, да, мала вероятность какого-то события, которое вы хотите, но она же есть, значит, на ее достижение можно, нужно прикладывать больше усилий. Жизнь – это практика реализации возможных вероятностных предопределенностей. То есть каждый человек, он всегда стоит, у него много вариантов. Он может этот принять. И даже есть маленький какой-то вероятный вариант, но он же есть. Поэтому для того, чтобы реализовать этот вариант в жизни, надо просто больше трудиться, образно говоря, прикладывать больше усилий, чтобы достичь намеченной цели. Вот это идеализированная модель. Теория вероятности и математическая статистика – это идеализированная модель, вот то, что жизнь является практикой реализации возможных вероятностных предопределенностей. То есть там личностный аспект в теории вероятности, он выпадает. То есть там только, значит, циферки, значит, а то, что есть субъективизм управления, этого не учитывается. Поэтому в теории вероятности все равно, кто правит, что, как. В теории вероятности важен результат. Там личностный процесс отсутствует. Но мы же знаем теперь с вами, что есть полные функции управления. А из полной функции управления что следует? Там полные функции управления предполагает процесс творческий. То есть процесс реализации вероятностных предопределенностей, он всегда конкретен и выступает как личностный аспект, придает любому процессу индивидуальную неповторимость этого процесса. И вот здесь на этой картиночке что нарисовано? Вот личность несет в себе возможность и невозможность реализации чего-либо. Вот одни сейчас, наши люди, даже в этих условиях, то, что мы живем, это вот из практики, они говорят, а, все, Россия пропала. То есть вы посмотрите, какая там мафия, у них там деньги, все, что мы можем сделать? Поэтому эти вот становятся на колени и сдаются, уходят в запой, еще что-то, самоубийством кончают и так далее. А вот другие, исходя из понимания, они говорят, врешь, не возьмешь, мы еще посмотрим, чья возьмет. То есть, надо же любым процессом управлять, то есть вероятностная предопределенность события, что есть? Это вероятность наступления события, помноженная на личность управленца, носителя определенных концепций и возможностей, которые реализует замысел в жизни под воздействием своего управления. В этом смысле посмотрите на исторические личности. Значит, под управлением Сталина. Вот Сталину досталась разгромленная после Ленина страна.
В руинах лежала наша страна. После Сталина осталась супердержава номер один или номер два. Сейчас Сталина, конечно, значит, оболгали с ног до головы, и все, что помнят, Сталин, Берия и ГУЛАГ, и все. Но никто почему-то не говорит, что лично после Сталина осталось, вот я говорю, два мундира парадные повседневные, стоптанные башмаки, значит, из козлиной кожи, сапоги, и пара штопанных носков. Все, его внучка кончает жизнь, я не знаю, может, уже умерла, в доме для престарелых официанткой в Англии. И посмотрите на этих недолюдков, которые разграбили страну, на всех ельцинистских деятелей. У них и дачи, и все, а страна в руинах. И они чего-то, так сказать, о себе еще там говорят. И осуждают, в том числе Сталина. А если уж говорить о ГУЛАГах, то мы с вами тоже об этом говорили, не будем повторяться, что не Сталин их создавал, а это шла борьба между блоком двух еврейских группировок. С одной стороны Троцкий, с другой Каменев-Зиновьев. Евреи, они, когда рвутся к власти, они дружны, но когда они приходят к власти, они начинают эту власть делить. Значит, и тогда это было, это то же самое и сейчас происходит, вы видите, значит, как эти клановые группировки, значит, они друг друга мочат. И застыли сейчас клан семьи Ельцина против клана семьи Лужкова. И если они схлестнутся, мало не покажется никому. Вот что надо понимать с позиции того, что вы уже теперь знаете, и о глобальной политике, и о бесструктурном управлении, и вероятностных предопределенностях, и теории вероятности и так далее. То есть, что отсюда вывод-то какой? Вероятностная предопределенность всегда шире, чем вероятность наступления какого-либо события. То есть, личность... От личности многое зависит. И когда говорят, а чего я один могу? Запомните, и один в поле воин. Если он, человек с большой буквы, владеет знаниями, один очень много может сделать. Не то, что в жизни города, в жизни страны, в жизни человечества. Если он будет осуществлять определенные информационные воздействия на сердца и умы людей. То есть не надо бояться брать на себя эту миссию и нести вот эти знания людям. Мера неопределенности, следующее понятие какое. Вот вероятностная предопределенность некой частности, это всегда фрагмент общевселенской меры. Вот она, видите, так сказать, это матрица, воронка, которую мы с вами уже неоднократно рисовали, она вот здесь. Поэтому вероятностная предопределенность некой частности, это всегда фрагмент вот этой общевселенской меры, то есть статистической предопределенности бытия всех частностей в полноте всего мироздания. Теория вероятности – это теория мер неопределенности, вообще говоря, осуществляемых и, значит, единственного определенного варианта из некого множества вариантов. И вот здесь на картиночке нарисовано, смотрите что, вот нарисованы процессы. Вот зелененький процесс – это наш. И он переходит из одного состояния в другое. То есть, вот мы находимся в этом состоянии, у нас есть варианты 1, 2, 3, 4, 5, ну, мы выбрали по этому пути и пошли по этому пути. И мы идем по этому пути хорошо. Но надо же учитывать, что рядом протекают, ну, не похожие, но всякие разные процессы. Они рядом с нами. И они оказывают свое воздействие, то есть помехи на вот наш процесс. То есть вот этот процесс красненький, он оказывает свое воздействие на этот процесс. Вот этот синенький процесс оказывает тоже помехи на наш процесс. Вот, то есть видите? Значит, поэтому для того, чтобы правильно действовать, надо понимать, что вот эти процессы оказывают влияние на твой процесс. Вот вообще говоря. Поэтому вот когда мы с вами, помните, говорили, значит, ежели ты берешь вот свое, меня интересует национальный вопрос, да? А он что, сам по себе, что ли? То есть на него и это оказывает воздействие, и это, и это. И тот человек, который говорит, я это не хочу считать, этого так не бывает, это мне не интересно, а это я просто не хочу знать, так не бывает. Но они же есть, эти процессы, и они на твой процесс оказывают воздействие. Поэтому ученые, а тем более управленцы,
которые управляют вот этими вещами, они должны просто это учитывать в своей деятельности. Поэтому, исходя из этого, тут вывод-то какой простой. Если ты решаешь, ну, например, задачу, ну что, создание завода по производству бумаги, то ты должен учитывать, что на этот завод будет оказывать влияние, что, значит, наличие сырья, кредитно-финансовая система, да, деньги, а кредитно-финансовая система, она мировая, зависит от того, кто определяет паритет валют. А многие наши предприниматели, они говорят, крутиться надо, понимаешь, что это тот мужик, конкретно надо. И не понимают, что а дефолт Кириенко откуда взялся, он что ли его сделал-то? То есть, а кризис глобальный кредитно-финансовой системе, бах-трах, и 300 тысяч в Москве после дефолта Кириенко, крутых, ушли в глухой запой, сдали свои мобильники, пейджеры-меджеры, их фирмы рухнули. Они что, дураки, что ли, были? Да нет, они просто приняли. Для них это не существует. Глобальная политика, при чем здесь? Какая глобальная политика? Бросьте в эту ерунду. Нет никакого мирового правительства. То есть, все, история идет сама собой, как ступа с бабой-ягой. То есть, само все получается. Если чего-то происходит, значит, это кому-то нужно было. Нет никаких случайностей. Поэтому вывод отсюда, вот то, что я рассказал, значит, надо всегда вот руководствоваться того, что вместе с твоими процессами протекают другие процессы, и надо понимать их влияние на твой процесс. Вот и все. А наши многие ученые, они вообще, так сказать, вот такого подхода и не рассматривают во всей совокупности. Почему? Страдают калейдоскопическим идиотизмом. Помните пирамидки? Я знаю свое. Только вот свое. Физики физику, лирики лирику. А влияние там, что, значит, религия управляет миллионами людей, это не существует. Религия сама по себе, правительство само по себе. Но то, что церковь управляет умами миллионов людей и определяет их поведение, этого считается нет. А другая религия определяет другое поведение людей. А политики говорят, значит, религия не наше дело. А другие лохи говорят, а я вне политики. Понимаете? Значит, вот вам, так сказать, пример калейдоскопического идиотизма. А подход надо понимать, что каждая частная мера, она соприкасается с множеством других мер. И вот это определяется в их совокупности. Значит, что еще и вот отсюда означает из сказанного? Это означает, что чем ниже вероятность реализации какого-либо варианта, тем более высокое качество управления должно быть вот на этой картиночке. Итак, вот здесь опять эта буква «Ж», вот закон нормального распределения, вероятность наступления этого события, то, что завтра будет так же, как вчера, эта вероятность высока, а то, что вот наступит вероятность вот этого события, вероятность очень маленькая, видите? Поэтому для того, чтобы процесс двинулся в эту сторону, нужно что? Высокое качество управления. И должна быть высокая квалификация управленца, который действует по полной функции управления. Варианты будущего. Если вероятностная предопределенность будущего равна единице, вот здесь, видите, то, но вот это вот, не определено содержание этого будущего. Да, будущее будет. А каким оно будущее будет? И вот здесь, видите, нарисованы весы. Вот на весах будущее вообще – это вот булыжник. А на другой чаше весов много-много разных камешков, которые по своему весу и определяют, из чего состоит это будущее. И каждый камешек, у него своя вероятность, свой вес. Поэтому каждому варианту соответствует своя величина от нуля до единицы, то есть вероятность наступления будущего. И эти варианты, вот все, они могут быть взаимоисключающими, взаимодополняющими, значит, являющимися фрагментами других вариантов, ну и так далее. То есть их взаимное влияние может быть самым различным. Вселенная иерархична. Вот, вы видите, то есть иерархия, мы уже с вами ее рассматривали. То есть человечек, вот он на этой иерархии, он зависит от
того, в каком состоянии вообще общество находится, в каком состоянии биосфера планеты, ну и так далее, вплоть до Бога, вот эта иерархия есть. Поэтому, исходя из этого, вероятностная определенность будущего равна единице. Но распределение и соотношение вот этих вариантов и отношение к иерархичности векторов состояний в каждом из этих вариантов, соответствие восприятия субъектом иерархичности Вселенной как объективной реальности, вот это распределение по вариантам меняется по мере развития ситуации. Поэтому подходить надо, собственно, вот эта иллюстрация чего? Подходить во все случаи жизни надо творчески, исходя из того, что все течет, все меняется, и надо отслеживать изменения событий в жизни с тем, чтобы понимать, что вот это изменение влияет и на твой процесс, которым ты хочешь управлять. Вот здесь, на этой картиночке, нарисованы ошибки в оценке вероятностных предопределенностей. Они могут возникнуть у субъекта в связи с чем? Вследствие неадекватного восприятия с субъектом вот этих вариантов, а также могут быть выделение вариантов между собой и порядка их следования друг за другом по мере развития. То есть вот вообще говоря, что здесь нарисовано? Вот человек должен куда-то достичь, и он может для своих, для перемещения выбрать автомобиль, там, самолет, лодку и так далее. И в зависимости от этого он может сначала использовать автомобиль, потом самолет, потом, так сказать, лодку, на ней плыть. Если он эти варианты, ну, выбирает неправильно, ну, скажем, ему надо плыть по морю, а он выбрал автомобиль, то он никуда и не приедет. То есть вот ошибки в оценке вероятностных предопределенностей могут быть вызваны самим субъектом вследствие неправильного соотношения, вот выбора порядка следования этих вариантов. Человек, мы же с вами люди, да, и мы можем ошибаться, вообще говоря, то есть никто, как говорится, не застрахован от ошибок. В силу ограниченности мировосприятия он не воспринимает точного значения вероятностной предопределенности равной единице. Он воспринимает это как некое число, то есть вероятность, вот оно здесь нарисовано, меньше единицы. И вот эта вот вероятность он отождествляет с неким точным значением каким-то. И забывает о том, что это всего лишь приближенное значение, и оно содержит в себе некую ошибку. А степень этой ошибки, она разная, и она кроется и в будущем вообще, в определении, то есть правильно ты ли определил, и в определении каждого конкретного варианта этого будущего. Поэтому вот эти ошибки, они могут быть. Но самое главное, важно понять что? Что общая вероятностная предопределенность этого всего множества вариантов, она меньше единиц. И она всегда является субъективной оценкой. И вот эта вот ошибка, она лежит в пределах также от единицы, вот наступления какого-то события настоящего, от нуля до единицы. И тогда вот эта вот ошибка плюс вероятность наступления события, это будет равно единице. И неопределенности вот эти вот в процессе управления вероятности, а это соответствует ошибке управления или ошибке управления или то, что называется чудом. И вот в зависимости от этого, значит, конкретно зависит от каждого субъекта, кто определяет вот эту ошибку. Значит, степень ошибки в выборе вероятностных предопределенностей определяется субъектом. И она зависит от субъекта. И вот эта ошибка, она есть. Но она может быть и
тем чудом, которое не воспринимается на данный исторический момент времени, но на самом деле это есть то, чего можно достигнуть в качестве идеального управления. Чувство меры реально дает что? Восприятие множества вариантов будущего и вероятностные предопределенности каждого из вариантов. Человек может ошибаться как в восприятии описаний вариантов, вот возможных состояний, так может ошибаться и в восприятии вероятностных предопределенностей каждого из вариантов. И вот по отношению к социальным процессам, значит, Ключевский сказал, что закономерность исторического явления обратно пропорциональна его духовности, то есть нравственность. А мы с вами уже изучили, что в толполитарном обществе духовность большинства людей равна нулю. Поэтому вся история толполитарного общества – это как заезженная пластинка, которая повторяется как дважды два – четыре. И поэтому вырваться вот из этого колеса, значит, то есть завтра обычно бывает так же, как было вчера, и так же завтра будет так же, как сегодня. То есть все в этом толполитарном обществе зиждется по концепции бездуховной. Поэтому восприятие вариантов с очень маленькой вероятностью, вот здесь, смотрите, опять нарисована буква «Ж», и вот здесь маленький, вот эта точка, она равнозначна очень маленькому возможному варианту изменения общего хода вещей, то есть который соответствует высокой духовности. Поэтому вот чтобы исключить реализацию этих маловозможных вариантов из жизни толполитарного общества, служит Талмуд. И в Талмуде говорится: «Лучший изгоев достоин смерти». Поэтому, значит, когда появляются люди, которые стремятся изменить жизнь людей и изменить концепцию управления, вот по толполитарной модели, значит, вот этот талмудизм предусматривает уничтожение, значит, всех духовных вопросов и реализация вот этого маловариантного, вернее, маловероятного варианта реализации будущего, она уничтожается и вероятностно предопределена. Поэтому, значит, для того, чтобы выбраться из этого, надо предъявить свою концепцию управления и не быть подневольным вот тем принципам, которые существуют в толполитарном обществе. Сейчас мы с вами рассмотрим, как работают пророки. Что такое пророчество, прогноз, программирование? Чем отличается пророчество, прогнозы и так далее. Значит, вот поговорим о пророчествах. Формализация этого процесса на этом плакатике, она изображена. Вот смотрите, есть единичное явление, то есть идет какой-то процесс. Он обусловлен какими-то причинами и протекает в каких-то условиях. Ну, естественно, этому процессу следуют какие-то последствия, у этого процесса существуют. Это вот одно явление. Теперь массовое явление. Вот один процесс идет, другой процесс, третий и так далее, множество процессов. Здесь опять есть у каждого процесса свои причины, условия протекания, и вы видите последствия у каждого процесса, которые являются результатом этого процесса. И вот здесь все это поясняется как? Одинаковые причины при одинаковых условиях приводят процессы к одинаковым последствиям. Очевидно, и мы с вами это дело рассмотрели. Вот все это, вообще говоря, можно определять статистикой. То есть статистика протекания различных процессов. Там можно отслеживать причины, которые породили эти процессы, условия, в которых эти протекали процессы. Можно набрать статистику последствий этих процессов и так далее. То есть есть статистический материал. Поэтому, значит, одинаковость вот этих последствий, она определяет статистическую предопределенность. А теперь смотрите, если человек может
посмотреть на происходящее и анализировать вот все это с позиции более высшего уровня управления. То есть, как бы вот перед ним есть все эти процессы, он приподнялся и смотрит с позиции общего хода вещей, как они протекают. То есть, умение мысленно в своем восприятии происходящего подняться на более высокий уровень понимания. Дальше. Знание статистики прошлого. Как это происходили, вот эти явления в прошлом. Значит, и самое главное, чувство общевселенской меры в отношении непознанного. Вот анализ этого статистического материала, знание статистических предопределенностей. Тогда можно пророчить будущее с разной степенью, конечно, вероятности. В зависимости от того, насколько точно ты оценил эти события. И самое-то главное, устранять из будущего неугодное по своей воле. Вот и все, вообще говоря. То есть ничего как, тут хитрого нет. Дальше смотрим. Исходные данные для всего этого мы только что с вами рассмотрели. Мы с вами рассмотрели что? Значит, вот же жизнь – это практика однозначного осуществления множественных вероятностей и предопределенностей. То есть вот, помните, это буква «Ж». Много есть возможных вариантов, но надо реализовать один. И жизнь – это вот практика реализации, значит, в жизненных ситуациях различных вариантов, которые перед тобой открываются. Математическая теория вероятностей – это идеализированная модель. Она исключает субъективизм, значит, управление, то есть исключает субъекта, то есть участие человека в этом управлении. Тоже мы с вами говорили, что управление многими процессами, они определяются под воздействием конкретной личности, которая действует в соответствии с полной функцией управления. Поэтому процесс управления реально в жизни, это не теория вероятностей, а это реально осуществляется конкретной личностью, которые действуют по полной функции управления. Поэтому мы с вами усвоили уже, что теория вероятности и статистика, они слепы по отношению к личностному аспекту управления. Значит, надо всегда учитывать личность. И вот здесь эта формула повторяется, что вероятностная предопределенность осуществления какого-либо события, это есть математическая вероятность, как бы самоосуществление этого события, помноженное на личность управленца как носителя определенных возможностей. То есть математическая вероятность самоосуществления события, она безлика, а вероятностная предопределенность, она носит личностный аспект. И если статистические закономерности неизменны и они известны, то из них, то этими статистическими закономерностями можно пользоваться для прогнозирования, то есть описания возможных вариантов будущего. Вот это все и можно делать, значит, тем самым на базе теории вероятностей, значит, с использованием полной функции управления, с пониманием процессов управления, всеми процессами, которые осуществляет личность конкретная, значит, можно говорить о том осуществлении той или иной возможности реализации вот каждого из возможных вариантов. Вот мы, собственно, это повторение того, что мы с вами уже прошли. А дальше речь идет о Божьем промысле. Вот что такое Божий промысел и как к нему соотноситься? Вот на этой картиночке что нарисовано? Вот стоит человек, и он ограничен, ну, неким порогом чувствительности. Вот красным нарисован забор, то есть, ну, мы вот такие люди, что не все нам подвластно, мы же не равны богам, а только подобны Богу. Поэтому за вот этим порогом чувствительности, которым свойственен человеку, может что-то происходить. Вот что-то происходит, что человек не понимает. И вот это что-то происходящее, лежащее вовне человеческих чувств, восприятия, это и есть то, что называется Божьим промыслом или иерархически высшим объемлющим управлением по отношению к человеку. И вот это что-то может опрокинуть все прежние представления о возможных вариантах развития событий.
Вот то, что я вам сказал, у Пушкина об этом как сказано? Давайте опять обратимся к его словесной формуле. Что он сказал? Провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей, да, можно видеть общий ход вещей, статистику, все, что мы с вами рассмотрели. Но дальше, чем заканчивает словесную формулу Пушкин? А он говорит, но не дано ему возможности предвидеть случая мощного, мгновенного орудия провидения. Почему? Потому что по отношению к человеку, к человеческому обществу, Бог есть наиболее высшее иерархическое управление, и он, когда надо, он вмешивается в эти процессы. И это вот неподвластно. Если говорить конкретно, вот давайте скажем об исторических событиях. Ленин, значит, Ленин был уничтожен, я вам говорил, Надеждой Константиновной Крупской, и его дело должен был по плану мирового закулисья продолжить кто? Лейба Давидович Бронштейн по кликухе Троцкий, да? Но дальше что? Невозможно предвидеть случай мощного мгновенного орудия провидения. Лейба заболевает тяжело и не может управлять Россией, а он должен был заменить Ленина. Он был выдающийся пламенный революционер, и он по плану мирового закулисья должен был продолжить перманентную революцию, он ее автор. Но тут вот случилось, Лейба заболел, и управление страной перехватил Сталин. Вот вам, так сказать, мощное мгновенное орудие провидения. То, что выходит за пределы понимаемого. То есть, вообще говоря, вот здесь нарисована картиночка на этой схеме. Значит, но это вмешательство, надо что еще понять? Вот я проиллюстрировал. Но это вмешательство свыше, вот что-то происходящее, оно не беспричинно. Она всегда концептуально выдержана, и вмешательство Бога, образно говоря, идет по полной функции управления. То есть у Бога есть замысел, да, по отношению к нам, и если он видит, что надо оказать помощь, он оказывает эту помощь. Значит, тем, деятельность которых лежит в русле его Божьего промысла, понимаете? Хотя эти люди, они могут даже не подозревать об этом, потому что Бог милостив, милосерд. То есть, и он, значит, зла никому не хочет, Бог есть любовь. Но вот это вмешательство Бога, оно как раз лежит вот в границах вероятности, видите, вот в малоосуществимых вариантах будущего. То есть, этот Божий промысел или случайность, вот провидение, невозможно ему предвидеть случая, это вот как раз там, где вероятность осуществления события маловероятна, вот здесь. Почему? Потому что Бог наделил нас огромной свободой воли, то есть выбора. То есть мы, вообще говоря, люди-то умные, да? То есть мы можем самостоятельно мыслить. То есть Бог не управляет же нами, знаете, вот как марионетками там. Эти вот в танцах там себя изображают. Нет, он говорит, люди, вы сами определяетесь. В нужный момент я вам помогу. То есть человек наградил, Бог наградил человека огромной свободой воли. Вот это вот тоже надо понимать, что называется Божьим промыслом. А дальше вот тезис опять, кадры решают все. Вот есть люди, под чьим управлением гибнет любое начинание. То есть вот поставь его, да, то есть это управленцы погибели. А есть люди, под чьим управлением совершается невозможное. Вот в этом смысле фраза Сталина, формула «кадры решают все». То есть люди управляют, конкретные люди. А есть люди, которые могут отличать одних от других. То есть вот, кто может управлять, а кто не может управлять. Значит, в этом смысле, как в армии говорили, в кадрах решают все. Значит, кадровики, которые пишут аттестацию. Я вот вспоминаю, когда мне писали первую аттестацию, я был офицером, ну, молодой лейтенант, что там. У меня был командир группы, майор Козлов. И вот он говорил, значит, так, ну, что тебе написать-то? Я говорю, да пишите, что вы хотите, что я там, значит, что, молодой. А он так хмыкнул и говорит, это ты зря, Петров, так говоришь. Я вот могу тебе написать хорошую аттестацию, а внизу чуть-чуть, говорит, говном помазать, и это говно, говорит, будет вонять всю твою жизнь. Вот, а что, у нас так и судили по аттестациям, то есть о людях. Вот напишут, да?
И потом, как тебе ярлык повесили, и так всю жизнь, так сказать, и считается, что человек не может изменяться. А человек ведь в ходе жизни может меняться, правильно? Так вот, кадровики, управленцы вот эти, которые определяют кадры, распределяют кадры, они не считают. А хотя вот разумные общества, кстати, в первобытных обществах, значит, уже были... дикари, так скажем, в кавычках, они определяли как? Значит, их вожди, там, шаманы и прочие, они были наблюдательны, и они вот выделяли среди уже людей в малом возрасте, среди детей, они выделяли тех, которые способны к управлению. Потому что психический склад, когда мы рассматривали генетику свою, вернее, все, что связано с генетикой, вы помните, мы с вами сказали о том, что психический склад у человека складывается к 10-12 годам, и потом уже мало что можно изменить. Поэтому они назначали мальчиков, определяли по потенциалу их развития, их души в 7-14 лет. Это вот есть такая книга Тайлора «Первобытная культура», издание 1989 года, там об этом говорится. То есть дикари, они подходили более целесообразно к оценке кадров, нежели наши. А сейчас в тоталитарном обществе что интересует? Не потенциал человека, как управлять и так далее, а к какому клану он принадлежит. То есть свой-чужой. То есть ставят таково не по заслугам человека, а ставят по принадлежности к клану. Так ведь? То есть, если ты из семьи Ельцина, значит, я тебя поставлю. А если ты не из этого клана, я тебя не поставлю. Вот кинофильмы все мы с вами эти смотрим и видим. А обществу-то что надо? Надо обществу, как им будет управлять. И не важно кто, а важно как, по каким правилам, по какой концепции будут управляться общественные процессы. Прогноз – это управление. Вот вроде просто. Вот здесь тоже плакатик такой нарисован. Сам факт прогноза есть управленческая деятельность. И таким примером, мы уже говорили, являются астрологические прогнозы. Ну, астрология это что? Наука об энергоинформационных ритмах взаимодействия космоса, Земли, биосферы и людей. И в концепции общественной безопасности говорится о том, что астрологию надо вернуть в область точных наук, с тем, чтобы использовать ее в жизни людей, потому что это действительно так. А сейчас это пока на уровне шаманизма, шарлатанства и так далее. Но здесь важно понять вот что. При оглашении астрологического прогноза по умолчанию имеется в виду, что «а мы ничего, мы вами не управляем, люди». То есть мы вам как бы говорим. Но фактически прогноз астрологический – предполагает поведение людей соответствующим образом. Так же? Но об этом молчок. Вот мы же говорим, когда передача информации любой, есть управление людьми. Значит, в той или иной степени. Человек может так соотнестись, так, но любой факт передачи информации человеку, есть процесс управления, в том числе астрологический прогноз. А сами астрологи, они этого не говорят. То есть они говорят, а мы не управляем, значит. То есть в этих умолчаниях они скрывают программирование психики людей на неизбежное выполнение вот этого прогноза. То есть астрологический прогноз это есть средство управления, вообще говоря, тысячами людей, если это оглашается средствами телевидения и так далее. Человек реагирует на прогноз по своей нравственно обусловленной духовности. И как относиться, вот скажете, а как относиться к прогнозам? А мы говорим, нормально надо относиться. То есть прогноз, он имеет право на существование? Имеет. Вы выслушаете этот прогноз, а дальше, исходя из своего понимания, действуйте в соответствии с обстоятельством. Почему? Потому что астрологический прогноз – это более-менее точный прогноз внутренних и внешних обстоятельств по отношению к человеку и обществу. Но не прогноз предопределения, что это будет именно так. Более того, человек может изменить на 180 градусов то, что ему сказали, если он
правильно воспринимает и оценивает события, происходящие вокруг него. То есть вот матрицу возможных состояний. То есть обладая чувством меры, соразмеряет все это и действует осознанно. В этом смысле человек может и менять свою судьбу. Чем отличается пророчество от прогнозов? А отличается вот чем. Значит, по источнику происхождения прогноз – это плод собственных индивидуальных усилий. И мы, помните, начинали этот фрагмент нашей лекции, с чего говорили, что надо знать статистику, обладать чувством меры, знать все прошлые события и так далее. Вот, и можно прогнозировать будущее, причинно-следственной связи. А пророчество – это всегда с иерархически более высоких уровней управления. Начиная от эгрегоров различных, значит, до Бога включительно. И человек только оглашает прогноз. Многие из вас, наверное, слышали о таких пророках, как знаменитых Мухаммад, Будда. Иисус Христос был пророком. В Библии много пророков. Известны такие имена пророков, как Илия пророк, Моисей был пророком, пророчествовал. Ну и многие другие. Значит, Соломон, Исаия. Вот, кстати, интересно, можно напомнить о двух пророчествах. В Библии, вы знаете, там пророки были, они пророчествовали. И в основном это были пророки, все, что связано с Иудеей древней, с Израилем. И вот там народ ждал Мессию, вот, который должен прийти и сделать их жизнь счастливой. И люди мечтали об этом, когда этот Мессия придет. А пророки пророчествовали об этом и говорили, вот придет Мессия, сделает нашу жизнь счастливой и так далее. И вот два пророчества. Одно пророчество Соломона, а другое пророчество Исаия. Соломон, пророк, он говорит, ждем Мессию, а его все нет. И он придет, и будет он мучим, истязуем властями, значит, будет подвергаться унижениям, но Бог не отдаст своего посланника на унижение, там, на смерть. Он его спасет, возвеличит, и он будет в глазах народа великим человеком. И каждый человек за свои грехи будет отвечать сам. Перелистаем несколько страничек, выйдем на пророчество Исаия. Исаия пророчествует, он говорит, ждем Мессию, а его все нет. И он придет, и будет мучим, истязуем, и будет послан Богом на мучительную смерть, как агнец он будет введен на заклание, и, значит, он будет предан мучительной смерти и возьмет все грехи на себя. Вот два пророчества. Давайте порассуждаем. Одно пророчество, там говорится о чем у Соломона, что каждый человек за свои грехи должен отвечать сам, а второе пророчество, его суть заключается в том, что Бог своего посланника не обидит. Зачем ему, значит, предавать и убивать его, того, кого он послал? А второе пророчество, там все наоборот. Каждый, значит, придет посланник, Бог его отправит на мучительную смерть, и он возьмет на себя все грехи остальных. У меня вот вопрос. Как вы считаете, какое пророчество от Бога, а какое не от Бога? То есть каждый человек за свои грехи должен отвечать сам, или один за всех? Но ответ напрашивается сам собой. И тогда возникает вопрос. Вот эта информация, полученная пророками, она вся от Бога, ну, вписана имеется история в Библии. Но сразу очевидно, что нет. Вот чтобы у людей не возникали такие вопросы, в западных изданиях Библии пророчество Соломона просто изъято. Вы там его не найдете, чтобы у людей не возникало никаких вопросов. Значит, должен вам сказать, что этот вопрос хорошо описан в работе внутреннего предиктора СССР «Мастера Маргарита. Гимн демонизму, либо Евангелие беззаветной веры». Почитайте, там это очень хорошо описано. Но вообще говоря, раз уж мы коснулись этой темы, давайте еще и дальше порассуждаем. Ведь речь идет о чем? Было или не было распятие Иисуса Христа? Мог ли Бог послать своего посланника на мучительную смерть? И в Коране, в частности, говорится, что распятия не было. Это им привиделось, гласит об этом Коран. И роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастера Маргарита» чем заканчивается? Идут двое по лунной дорожке,
человек в плаще с кровавым подбоем, и, значит, другой со скорёженным лицом, и пес там идет его, Понтий Пилата. И Понтий Пилат спрашивает Иешуа: так скажи, была казнь или ее не было? И что отвечает Иешуа в романе «Мастер и Маргарита»? Он говорит: да не было ее, не мучайся, мол, Понтий Пилат, не было казни, это им привиделось. А надо сказать, что отцом Михаила Афанасьевича был профессор богословия, и вот вообще роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита» – это такой знаковый роман, который поднимает многие богословские вопросы, в частности, и вот этот вопрос. Поэтому какое пророчество от Бога, а какое пророчество от эгрегора и, значит, сатанинское фактически пророчество – это большой вопрос. И подходить к ним так, что если вот сказали пророк и пророк, а фактически получается что? Вся история человечества, она развивается в связи с пророчеством, пророчество по Исаия. А от кого Исаия получил свое пророчество вот это? От Бога или не от Бога? Вот вам, видите, какие серьезные вещи. Когда знаешь достаточно общую теорию управления и умеешь отличать одно от другого, правильного от неправильного, ложь от правды и так далее. Ну, дальше пойдем, значит, то, что касается пророчеств. Причина выдачи пророчеств и прогнозов. Мы уже говорили о том, что причиной того, что пророки появлялись вот там, ближе к экватору, в районе Средиземного моря, в дельте реки Нил. Почему? Потому что там социальная напряженность высока. То есть для Бога, который управляет процессами, когда высококачественное управление должно быть, важны отклонения. А на Руси в это время, как мы уже говорили, было все нормально. То есть были, конечно, проблемы. А вот сейчас наоборот, где социальная напряженность наиболее высокая? Она у нас в России. Поэтому вот даже те сведения, о которых идет речь, многие из них получены на уровне откровений. То есть, ну, фактически откровения даны, значит, некоторым людям, которые вот все это представляют. Ну и поговорим о причинах выдачи пророчеств и прогнозов. Обычно люди помнят о сбывшихся негативных пророчествах и прогнозах, о предостережениях свыше. И редко вспоминают благоприятные прогнозы, значит, хорошие пророчества и так далее. Почему? А потому что для качественного управления, как мы сказали, важно отклонение. То есть Бог ведь Он наделил нас с вами большой свободой воли. И мы можем принимать решение самостоятельно, вот то, что в народе называют Божье попущение. То есть представьте себе вот река, левый берег, правый. Это вот Божье попущение, мы, так сказать, в пределах этого Божьего попущения можем принимать решение. Сдуру вообще можно и против Бога переть, но долго-то не попрешь, а заходить за рамки нельзя. То есть свобода воли огромная. Так вот, для Бога, который управляет процессами, важны как раз отклонения от нужного направления. И когда такие отклонения превышают допустимые пределы, происходит вмешательство свыше, даются откровения. Тогда это давались единицам, потому что они могли выйти на осмысление происходящих процессов. И они доводили эти откровения остальным. То есть в соответствии вот с полной функцией управления. То есть для классного управленца, еще раз повторяю, в первую очередь важны отклонения от нужного процесса. Поэтому вот на картиночке что изображено? Бог не тиран и не садист. Поэтому в человеческих прогнозах и предсказаниях от Бога людям дается информация о катастрофичном неприятном будущем, в направлении которого развивается настоящее вследствие всего того, что свершилось в прошлом и творится в настоящем. Вот суть пророчеств. А дальше давайте посмотрим, какова реакция на прогноз, пророчество должна быть. Реакция на прогноз – это покаяние. Что такое покаяние? Значит, ну, в обыденном сознании покаяние связывается с ритуалами, опять-таки, в нашей церкви, когда надо прийти к батюшке, рассказать ему о своих грехах, батюшка тебя выслушает, значит, попросит у Бога там за тебя, походатайствует, то есть ходатай.
Ну, наложат на тебя руку и скажут, вот, Бог отпускает твои грехи, живи, иди с миром. То есть, вот такое дело. У Лескова есть рассказ «Чертогон» такой. И там речь идет о том, в частности, что был один купец, богатый предприниматель, он работал там неделю-другую, хорошо работал, все, потом уходил в глухой запой, в рестораны, цыганы там громил, значит, зеркала, все, потом выходил из этого состояния, ехал в церковь, давал попам деньги, становился на колени, каялся, значит, они ему отпускали грехи, опять честный, опять скромный, то есть опять работает неделю-другую, потом опять в запой, значит, опять покаяние и так далее. То есть ритуальные покаяния. Вот в церкви таких ритуалов много. Давайте зададимся вопросом. Вот такое покаяние нужно. То есть покаялся, тебе Бог грехи отпустил, и значит опять все хорошо. Нет. В чем суть-то покаяния? А надо переосмыслить свое поведение, значит, намерение на будущее. И руководствуясь этим переосмыслением, двигаться в лучшую сторону, изменяться вообще жизнь, свои мысли, помыслы, направлять в добрую сторону. То, что касается множества людей, если помните вот этот закон нормального распределения, номограмма, этот надо диаграмму смещать в сторону добра. Вот смысл покаяния, а не то, что сейчас у нас в церкви, так сказать, ритуальная эта часть. Игнорировать прогнозы, как это делали троянцы, Николай II. Ведь Николай II, он Григория Ефимовича Распутина не слушал, а Григорий Ефимович был посланником от русских знахарских кланов к нему. В частности, он предупреждал: «Царь-батюшка, не встревай в эту войну с иноземцами, погубишь и себя, и Россию». Николашка не послушал. Вот следствием явилась и революция, и все, что происходило с нашей страной. Троянцы. Помните, троянцы не поверили Кассандре, Трое, может быть, стояло и поныне. То есть игнорировать прогнозы, пророчества нельзя. Бегать от грядущего, как царь Эдип, вы знаете, бегал, значит, из греческой мифологии. Лезть на рожон, то есть искушать Бога. Не заметить прогноза, как это не заметило общество западное в отношении «Титаника». Ведь была книга, буквально за 5 лет она была издана перед гибелью «Титаника», где фактически все было описано один к одному. И можно было провести сопоставление событий и причин, изложенных в книге о гибели «Титаника», и то, что произошло на самом деле. Не заметили тоже этого прогноза. То есть вот все это, значит, содействовать осуществлению негативного прогноза. Надо помнить, вот в Коране очень хорошая формула такая словесная. Аллах ничего не меняет с людьми, пока они сами не переменят того, что есть в них. Ну, что соответствует русской пословице: на Бога надейся, а сам не плашай. То есть речь идет о чем? Вот и о коранической формуле, и о русской пословице. Замечая указание Бога, его предупреждение, надо действовать, осмысленно действовать, относиться к этому серьезно, потому что Бог, он, ну, может тебе подсказать. То есть, как я уже говорил, вот нельзя коня привести, его коня можно привести к водопою, но нельзя заставить его пить. Так и здесь. Лгать на прошлое, то есть причислять к злодеям тех, кто творил добро, и наоборот возвеличивать тех, кто творил мерзость. Это тоже ведет к осуществлению нехороших явлений в жизни общества. Ну, примеры этого какие? Вот возвеличивают Старовойтову, какая она хорошая и так далее. А ведь ее, Галина Старовойтова, значит, под ее воздействием, вообще говоря, разрушался СССР. То есть она формировала вот это мнение СССР, тюрьма народов, империя зла и так далее. И наоборот, другой пример. Вот я сейчас вам зачитаю стихи, а вы задумайтесь над ними. А стихотворение такое: «Ходил он от дома к дому, стучась у чужих дверей, в старинном дубовом пандуре с нехитрую песней своей. В напеве его и песни, как солнечный луч чиста, звучала великая правда, возвышенная мечта. Сердца, превращенные в камень, заставить биться умел. У многих будил он разум, хранящий в глубокой тьме. Но люди, забывшие Бога, хранившие в сердце тьму, полную чашу отравы преподнесли ему, сказали ему: будь проклят, пей,
осуши до дна. И песня твоя чужда нам, и правда твоя не нужна. Чьи это стихи? Это написал Иосиф Виссарионович Сталин, когда ему было 17 лет. А теперь подумайте, может ли юноша, который в юношеском возрасте руководствуется вот такими помыслами, быть негодяем, мерзавцем и так далее, как его представляют. Это невозможно, потому что то, что мы уже с вами рассмотрели, тип психики складывается до 12-14 лет, дальше уже изменить невозможно. Вспомните, в какой семье Сталин воспитывался. Значит, вспомните, а он же изучал и Библию, и Коран, его учителем был Гурджиев. Он знал, если уж на то пошло, и бухгалтерию, то есть Сталин был эрудированным, грамотным человеком. И все время читал. Он обладал умением читать книги быстро. Скорочтение умел, владел. Поэтому вот причислять. А сейчас что молодежи? Сталин, Берия и ГУЛАГ. Сталин, Берия и ГУЛАГ. Все, больше о нем, значит, молодежь, во всяком случае, ничего не знает. А вот о всех остальных его делах, о том, как он трудился, в общем-то, это все и умалчивается. Но мы уже говорили и о причинах ГУЛАГа в том числе. Значит, есть еще такое понимание в народе, как накликать беду. Это программирование катастрофичного будущего. Значит, ну, когда вот люди, сейчас, кстати, у нас многие в соответствии с тем же Гарвардским проектом, они, ну, все пропало, в стране все плохо. Я вот знаком с Игорем Николаевичем Родионовым, министром обороны, который был, одно время вот помогал, он хотел стать депутатом. Вот я ездил с ним вместе, встречались с трудовыми коллективами. Ну и что? Вот он выходит и начинает с трибуны лить слезы. Значит, да вот все, денег армии не дают, значит, там все плохо. И вот я смотрю, люди, они пришли, ты генерал, министр, то есть поведи за собой, подбодри людей. А он сопли распустит, значит, и люди сидят, ё-моё, скажут, все пропало. Ну что, ну разве ж так можно? Поэтому то, что делают журналисты, ведь нам показывают, вообще говоря, правду. Но какую правду? Взрывы там везде, крушения и так далее. Человек смотрит на все это дело и думает, ну, все, пропала Россия. Стакан. И, значит, именно это и надо тем, кто организовал холодную войну, чтобы мы опустили руки и перестали вообще, так сказать, не то что сопротивляться, а вообще понимать происходящее. То есть, и сейчас обратите внимание, как баранов ведут на убой, а многие даже и не блеют. То есть их ведут, а они... Смирились уже, все. Значит, мы говорим, нельзя, наоборот. Значит, да, тяжело, да, трудно. Но тот же Сталин, как говорил, враг будет разбит. Победа будет за нами. Врешь не возьмешь. То есть, воодушевлять людей, тем более ясно, что надо делать, как надо делать. А так это, значит, программировать плохое будущее, что, в общем-то, осуществляется. Прогноз предостережения уменьшает возможность его самоосуществления, вот негативного прогноза, а накликать беду увеличивает вероятность вот самоосуществления негативного прогноза. И получится, вроде бы само получилось. Не умея, вот многие люди, не умея соразмерно реагировать на негативные прогнозы, значит, пустые опасения, люди сами себе создают личное окружающим бедствие и трудности и делают жизнь вот такой бестолковый и нехороший, неудачный, со многими бедами. Передача навыка прогноза и управления. Вот здесь изображено, что вот этот красный человечек, это жрец, уже зрелый, все, вот он созрел. А рядом мальчик сидит, зелененький, он еще не созрел, то есть он только познает все вещи. Так вот этот зрелый жрец, он знает причинно-следственные обусловленности, то есть закономерности, а именно это причинно-следственные обусловленности, они лежат в основе предсказуемости и управления, то есть на базе чего можно прогнозировать будущее. Поэтому вот это знание опытный жрец должен передать вот зеленому, который только начинает еще, только учится. Я не волшебник, я только учусь. Значит, а как передать? Он может передать либо письменно, либо устно. Ну, я уж забегая вперед, прямо скажу, то есть о чем идет здесь речь? Речь идет о том, что наше русское жречество было просто вырезано.
введением вот этого иудохристианства, значит, русских жрецов, волхвов, их вырубали, уничтожали, резали, так сказать, топили топорами и так далее, и все. Поэтому, а книги жгли, а поскольку письменность на Руси, если там где-то на юге клинопись на камнях, на глиняных и так далее, на Руси что было? Дерева много. Поэтому, вы знаете, береста, значит, резьба по дереву и так далее. Все это поджигалось, сжигалось, поэтому у нас, в принципе, вот наша история такая трагичная, что сведений мало сохранилось. А сказать тоже некому. И вот получилось, что передача навыков, были утеряны все эти сведения. Ну, в основном, это не значит, что все. В эгрегорах многое хранится. А дальше так вопрос. Значит, вот при этой передаче должна быть система кодирования информации, понятной обоим. Ну, и здесь говорится, речь должна быть. Если китаец будет говорить, мы же его не поймем. И, то есть, язык должен быть одинаковый, система кодирования. И книги должны быть соответствующие. Вот. Если этого нет, то навык прогноза надо осваивать самостоятельно. Или вот, когда утеряно. А что это значит самостоятельно? О, смотрите, о свое, освоение любого навыка, это всегда самостоятельное расширение своей собственной системы стереотипов при формировании и введении в нее новых стереотипов внутреннего и внешнего поведения. То есть сделать эти знания, которые тебе даются, своими, освоить. А освоение свое – это работу, которую обязан сделать лично осваивающий. То, что мы уже с вами говорили, можно привести коня к водопою, но нельзя заставить его пить. Поэтому, в частности, этим обусловлен тезис. Мы вот даем эти сведения, а дальше мне там многие говорят, а вот докажи это. Да ничего мы не доказываем. Почему? Потому что это процесс предметно-образного мышления. А если образов у человека нет, он не привык так. Тут там ему доказывай, не доказывай. То есть это бесполезно. Это не абстрактное, логическое, а дважды два – четыре. Это мировоззренческие, значит, вопросы, которые либо человек воспринимает целиком, в целости, либо не может воспринять, у него каша в голове. Вот, поэтому необходимость передачи навыков может потребовать создания новых систем кодирования. Речь здесь идет, вообще говоря, вот о том, что называется мертвая вода. Значит, о концепции общественной безопасности. Создающие такую новую систему кодирования должны позаботиться о простоте освоения. Но многие говорят, сложно написано и так далее. А почему? Сложно, почему? Потому что новый терминологический аппарат, его надо освоить. Как выразить, ну, вот, те вещи, которые мы уже с вами говорили, которых нет? Какая борьба классов? Нет никакой борьбы классов. А чем ее заменить? Значит, ну, нужны новые слова. Почему мы говорим, Сталин находился в плену марксизма? А он, языковые формы, словесные формы были марксистские, и он был в плену этих лексических форм. Именно, кстати, это явилось причиной того, что после Сталина не осталось наследников. Почему? А как он мог рассказать? Какими словами? У него же не было... Концепция у Сталина была в образах. То есть он представлял, как должно быть. А в лексике у него не было ни тополитарной пирамиды. Понимаете? Значит, ни процессов управления, ни вектор цели, он все это не мог выразить, поскольку лексический аппарат был марксистский. Поэтому, но создающие должны были позаботиться еще, чтобы не было искажений. И поэтому обратите внимание, почему мертвую воду, вот никто, ведь не, ну, как бы не согласные с ней, не могут опровергнуть и не могут исказить. Значит, еще важно что, чтобы не было ущерба для дела и для цели обучения, потому что когда обучают одному, учат одному, а получается совершенно другое на выходе. Вот это все заложено в мертвой воде, и как бы ни старались там, все равно не могут ни исказить, ни подправить, значит, те положения. Марк Дейч, когда он в Московском комсомольце высказывался по отношению к мертвой воде, там приблизительно его мысли были так. Это, говорит, невозможно пересказать. Это можно только цитировать. Потому что там настолько упакована информация, что там лезвие не просунешь между строк, между слов.
настолько все жестко, четко и обоснованно вот, в достаточно общей теории управления, да и вообще в концепции общественной безопасности «мертвая вода». И опровергнуть там многие положения тоже невозможно. Поэтому это является основанием для того, что вот просто замалчивают, говорят, нет, и все. И поэтому даже мы знаем, люди, которые уже познакомились с «мертвой водой», им книги вручали, когда к ним после этого подходишь, вы слышали что-нибудь? Да, что-то слышал. Или вообще говорят, нет, нет, первый раз слышу. Почему? Потому что если они признаются, что слышали или там знают, сразу следующий вопрос. А как вы относитесь к этому положению? А как относитесь к этому положению? А возразить-то нечего. Поэтому некоторые, кто знаком, они прямо говорят, что говорят, а что тут особенно? Там никаких открытий нет, все это известно было. А мы и говорим именно это. Да, это совершенно верно. Никаких открытий тут нет, это все известно. Но фокус в чем? В том, что известно все это было, но изложено нигде не было. Говорили на кухнях там, а некоторые мысли, даже люди, убегали сами от себя, то есть боялись думать об этом. Вот то, что касается, в частности, Библии, противоречий в ней, ну и других вопросов. Вот, в частности, было или не было распятие Иисуса Христа, это же страшно подумать. Значит, как это так? Поэтому... концепция общественной безопасности «мертвая вода», она как раз несет такие лексические формы, которые четко определяют все протекающие процессы, и, ну, это как бы новая система совершенно, новый лексический аппарат, который позволяет наделить четкой мерой понимания все те явления, которые происходят в нашей жизни.